Можно ли получить по наследству муниципальную квартиру? Речь идет о том случае, когда в квартире проживал наследодатель и с ним был заключен договор соцнайма, либо там когда-то был ему выдан ордер. Не торопитесь писать каких-то гневных комментариев, мол, ты что там, с ума сошел, еще что-то, это же муниципальная квартира, как ты ее по наследству получишь? Давайте разберемся. А я скажу, что в определенной ситуации такую квартиру по наследству получить можно. Рассказываю все простым доступным языком. Так что же это за ситуация такая? А ситуация заключается в том, что такую квартиру можно получить по наследству, если наследодатель еще при жизни подал заявление на приватизацию данной квартиры. У нас есть 1112 статья Гражданского кодекса, которая называется «Наследство». Так, а что входит в состав вот этого наследства? Я вам так зачитаю, чтобы не сбиться. В состав наследства входит принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Вот именно в данной ситуации как раз речь идет об имущественных правах. Наследодатель подал заявление о приватизации, к сожалению, не дожил до момента регистрации права на эту квартиру. Наследники имеют право у нотариуса, скажем так, требовать о включении в наследственную массу вот эту вот самую квартиру. В подтверждении своих слов по ссылочке в описании можете прочитать определение судебной коллегии по гражданским делам при Верховном суде, где, в общем-то, об этом всем более подробно и говорится. Единственное, что хочу сделать замечание, что сама судебная коллегия нам говорит о том, что именно поданное заявление будет считаться основанием для включения в наследственную массу этой квартиры. Какие-то другие действия, например, там наследодатель при жизни оформил доверенность, чтобы кто-то занимался приватизацией, либо собрал часть документов, но не подал, либо как-то устно озвучивал свое желание приватизировать, это все не прокатит. Только поданное заявление. Вот такая информация. Надеюсь, она будет полезна. Может быть, кто-то не знал. Ну и что, жду ваши комментарии, жду ваши лайки, жду ваши подписки. А мы увидимся в следующих роликах. Всем до встречи. Пока.